с вами Джузи, вы на канале Мисс Хорс. Сегодня мы снимаем влог. Мы сегодня распакуем несколько сюрпризов от моей подруги. Сейчас мы будем распаковывать маску. Да, держи. И Starbucks. Сначала ее давай ты откроешь. Смотрим, какая у нас маска. И это у нас такая зима. Давайте мы ее приклеим на свое место. Мы сейчас приклеим и вернемся к вам. И вот что у нас попалось. А дальше у нас идет Starbucks. Starbucks кофе. И вот попадается под номером 14 вот такой вот Starbucks кофе. Это, оказывается, не кофе, а коктейль. Сейчас мы его приклеим. Вот такой Starbucks у нас попался. Это у нас коктейль. Еще осталось очень много. И сейчас я открою косметику. Сейчас мы вернемся через одну секунду. И тут у нас попался карандаш для глаз или для бровей. Вот такой. Сейчас мы его приклеим. Под номером 14 было. Итак, мы приклеили, и вот он тоже попался под номером 14. Посмотрим, пончики попадутся под номером 14. И давайте мы его откроем. Так, плохо открывается. И смотрим под номером 10 почти. Так, посмотрим, какой пончик шоколадный. Такой пончик с глазурью шоколадный, с... вот такими вот посыпкой в виде белых кружочков. И вот такой нам пончик попался. Еще очень много пончиков. Но мне больше всего нравится вот этот. И сейчас я открою кактусы. Смотрим, какой же кактус нам попался под номером. Ой, у нас тут приклеили 20. Сейчас мы его приклеим. Оказалось, что этот кактус у нас редкий. Сейчас мы его, конечно же, приклеим. А пока мы клеим кактус, мы откроем суши и роллы. Сейчас посмотрим, какой же нам или суш, или ролл попадется. И смотрим, я не знаю, что такое. Какой-то это какая-то картошка. Картошка, суши и ролл, картошка, если не... такая. Сейчас мы ее приклеим. Тем временем я приклеила кактус. Вот он. Нам попался под номером 6. И вот мы его приклеили к остальным его друзьям. И сейчас будет влог, так что оставайтесь тут. И мы пошли. И вот мы снимаем для вас влог. И вот... у нас тут осень. Смотрите, сколько листьев. И вот сколько у нас тут листьев. Тут у нас есть пока зеленые, желтые. Да еще и красные какие-то есть. Да. Смотрите, что мы нашли. Мы нашли хоть
одно такое растение, которое еще цветет. Это ромашка. Такая маленькая, но красивая. Вот и все на сегодня. Мы сняли достаточно видео. И мы заодно сняли влог и видео. Ну и все. Всем пока. С вами была Джузи. Вы на канале Мисс Хорс. И пока.